Эй, а вот и он! Закари Левай! Джеймс, как дела? Я хорошо, ты как? Вот тебя-то я искал. Да, что такое? Слушай, я покорил Бродвей, я покорил телевидение, я покорил кино. Ты покорил кино? Я озвучил кролика Питера. Мне кажется, покорил тут не совсем подходящее слово. Зрители с тобой не согласят. Ну так вот, мне никак не поддается супергеройский жанр. Это то, чего я никогда не делал. Я хочу сыграть супергероя. Ты хочешь сыграть супергероя? Я могу сделать тебя супергероем. Что? Серьезно? Как? Просто положи руки на это. Скажи мое имя, и моя сила перейдет к тебе. Ладненько. Закари Левай. Нет-нет, имя моего персонажа из фильма. Я его вообще-то пока не видел, но говорят, он классный. Это Шазам, окей? Шазам! О мой бог, сработало, я супергерой! Давай-ка проверим твои силы. Возьми эти страницы и порви их пополам. Да, я разорву их. Давай попробуем верхнюю страницу. Так, думаю, получится. Мне кажется, я стал слабее. Мы все же должны выяснить твои силы. Иногда это само приходит. Слушай, может, у тебя рентгеновское зрение? Окей, я попробую. Эй-эй-эй! Прости, не сработало. А может, ты стреляешь лазером из глаз? Окей, я стреляю лазером из глаз. Почему ты всегда метишь в пах? Почему? Прости, не обращай внимания. А как насчет суперскорости? За сколько ты сбегаешь за пончиком на кухню? Бум. Черт, это было быстро. Ну, вообще-то, он был у меня с собой. А где ты его прятал? Тебе лучше этого не знать. Окей, окей. Давай выйдем на улицу и посмотрим, как ты бегаешь. Итак, готов? Пошел! О, боженьки, у меня получается! Ты это видишь? Вот оно, у меня есть суперскорость! Это не была суперскорость. Ты же сам видел, в жизни никто быстрее не пробежит. Даже близко не похоже на быстрейшего человека на Земле. Да вы издеваетесь! Не пойму, ты же сказал, у меня появятся суперсилы. Я сам не понимаю, что происходит, мужик. Я же все сделал правильно, я сказал Шазам. Воу, чувак, ты только что отрастил козлиную бородку. Что? Постой, это все? Это моя суперсила? Я отращиваю бородку, когда говорю Шазам? Теперь она стала больше. Это твоя суперсила, чувак. Что? Шазам. Какого хрена это такое? Это самая ужасная суперсила. На что она мне нужна? Не знаю, может когда-нибудь пригодится, когда придется работать под прикрытием. Это все глупо и бесполезно. Как теперь все это убрать? Я не знаю, попробуй сказать наоборот. Мазаж. Воу, чувак, ты отращиваешь бородку и убираешь обратно. Это довольно классно. Хватит издеваться. Я самый унылый супергерой на свете. Дурацкие суперсилы, на кой я вообще согласился? Помогите, спасите! А ну отдавай мне сумочку! У него моя сумочка! У него моя сумочка! Шазам! Ух ты! Ты только что отрастил козлиную бородку? Это ж прям офигеть! Попался! Ты сделал это, Джеймс! Ты остановил грабителя! Я действительно супергерой! У меня козлиная бородка и суперскорость! Вот так я себя и назову! Скоростной козел. Это не очень хорошее имя. Зак, прости, я не могу остаться. Этот мир нуждается во мне. Я должен помочь людям. Скоростной козел спешит на помощь. Большое спасибо за помощь, ребята. Он так сильно расстроился. Эй, я все слышу. Ух ты, у меня суперслух. Скоростной козел, который все слышит.